Основной состав этого лота это серьги, украшения на шею и браслеты. А всего остального здесь маленько. Давай поподробнее, да? То есть давай того, что немного. Паульбир брелок в виде такой, это, смотрите, она такая силиконовая сумочка, туда можно класть милые штучки. Это на наушники. На наушники, ага, кольцо, печатка, набор колец. Это они такие металлические, тут много-много разных. И брошка текстильная, причем 19 евро стоит, обалдеть. Так, поехали, браслеты. Первый браслет манго, достаточно дорогой, натуральная кожа, натуральные камни, высококачественная сталь. Прикольный, в общем, браслет манго. Дальше минималистичный браслет. Это текстиль и металл. Браслет, вот видите, чтобы он не отбликовал. То есть тут получается три браслета. Текстиль, фенички и металл. Сразу же вот это набор браслетов. Текстиль, ой, говорю, текстиль, металл, причем текстиль разного цвета, камушки. Вот такой вот. То есть тут тоже фенички, камушки, металл, текстиль, муа. Здесь кожзам и металлические клепки, камайо. Вот, по браслетам это все. Поехали по заколкам. Крабик. Мягкая повязка в виде челмы, а ты там. И вот такой прикольный ободок с цветочками на ушках, с ушками и с цветочками. Так, давай по серьгам. Камайон. А это пусеты. Муа. Нормально видно? Муа. Металл. Металл и фенички. Кольца. Этам. Металл. Муа. Текстиль. Металл. Два шарика. Этам. Потом смотрите, Паульбир, прикольные клипсы из стекляруса. Вот так они выглядят. И их здесь, вот в этом комплекте, таких клипсов двое штук. Смотрите. Они очень плотно запакованы, запечатаны. Но прикольные клипсы. Дальше. Здесь. Вот этот я могу открыть. А, так, это набор колечек. Он сюда случайно попал. Набор колечек. Я думала, это серьги. Набор колечек. Муа. Камушки, висючки, кольца. Так, смотрите, вот это Стокгольм. Хороший такой сплав металла. И у него здесь еще и такие интересные штучки сзади. Потом смотрите, Паульбир, оверсайз. Это серьги, это не клипсы. Это серьги, что клипсы, они, мне кажется, спадут. Вот такие милашки. Это могу достать их, посмотрите. С бабочками, да? С бабочками. Я просто не хочу их доставать. Почему? Потому что это очень долго. А во-вторых, потом я уже так не запечатаю. Муа, кольца, металл, текстиль, фенички. Кружева. Видите, они запаяны. А, нет, вот эти могу достать. Смотрите, какая прелесть. Они легкие, невесомые. Кружева. А ты там. Вот еще одни милашки. А ты там. Камушки, металл. Здесь идет пусеты, металл и кисточки из текстиля. Металл. Камайо, запаяны тоже. Это оверсайз, текстиль, серьги и фенечки, видите? Так, два кольца с всякими бляшками. Поехали на шею. Здесь в плане минимализм,
13 евро. То есть дорогой, видимо, сплав металла. Так, дальше. Это Муа. Сплав, видимо, попроще, потому что и цена 9 евро. Ну, тоже прикольно. У него комфортная цена, европейский стиль. Этам плюс-минус такой же. А этот был Муа. А тема одинаковая почти. Пауль Бир. Вот этот Пауль Бир, он вот тут вот запечатан. Это какая-то цепочка. Ну, прям ну, сильно запечатан. Но Пауль Бир плохим не бывает. Он всегда модный. Здесь тоже цепочка с металлическими вставками. Ну, такими. Вот, видите? Это, вот этому я могу достать. Это, кстати, браслет. Смотрите, это браслет. И здесь есть такая же цепочка. Я вам покажу чуть-чуть попозже, потому что я раскладывала и я видела. Камайо, металл и такие, как будто бы три таких медальона из разного материала. Здесь текстиль, металл. Опа, раз. А, 9 евро, 10, мне показалось 99 евро, хотела сказать, нифига находочка. Так, металл, текстиль. А, здесь тоже очень все шикарно запаяно, но тут видно, что металлическая цепочка и вот такая восточная, восточный кулон от Муа. Вообще у Муа много восточного. Вот я про что вам говорила, видите? То есть это, вот, это получается на шею, и вот можно сделать набор на руку, можно по отдельности, тут уже у кого как. Здесь цепочки в синем лимонизм, вижу ракушки, медальон, это парфуа, возможно даже это искусственный жемчуг, мне отсюда просто не понять, парфуа португальский бренд. Так, здесь тоже, вот представляете, как запаяно, это прям запайка, это цепочка, я вижу здесь металл, текстиль, фенечки. Муа ожерелье и прикольный чокер. Вот чокеры сейчас в моде, да, на шею чокер, и вот он металлический полностью. Это, по-моему, это Nick Free, Made in Portugalia, Nick Free, 15 евро. Но это модно, а, это все, правильно. Вот это чокер от это. Подробности в ссылке под описанием.